Здорово, друзья мои хорошие, это Безумный Макс, и мы продолжаем с вами играть. Ну что же, мы были с вами у Красноперки, помогли расправиться с ублюдками, которые напали, и теперь попутно отправляемся в сторону Гастауна. У нас там стала доступна миссия, танец со смертью, это все дело у нас называется, я предлагаю туда переместиться, но я бы мог, но, увы, не могу. Если бы мы там уже были, там можно было бы засейвиться и можно было бы тпшиться. Ладно, то попробуем добраться таким образом. Я, в принципе, уже вижу, что там жесть. Опачки! Я перекрасил машину по многочисленным просьбам. Главное теперь ее нахрен не угандошить, потому что было бы реально печалька. Так, ну что, попробуем? Как старые мотивы добрые времена. Тут хотя бы есть что-то похожее на деревья, то есть видно, что здесь что-то росло. Люди пытались что-то растить, но у них не получалось. А вон те трубы, вон те заводы, это то место, куда мы направляемся. Опа, хорошо. Вы можете, кстати, написать, как вам новый цвет нравится. По-моему, неплохо. Тут у нас есть вышка. Если, я думаю, никто против особо не будет, мы сейчас попробуем эту локацию более детально изучить. Машина уже начинает подгорать, лишь бы не бомбанула. Так, Макс, мы с тобой приехали. Давай смотреть. Ой, там и патроны есть. Господи, сколько вещей. Так, ну что, я вижу, там были еще какие-то поживки, можно было бы взять. Привет, ублюдок! Надо было сказать тебе, наверное, хай-ю-хай! По мордасам, сука, получай! Так, что тут у нас есть? Ух ты, мать моя женщина! Хо-хо-хо-хо-хо. Подожди, я хочу забрать ее! Слушай, классная тачка! Вражеская машинка! Так, а там у нас какой-то еще лалыч бегал, да? Давайте сначала все зачистим и эту крутую тачку заберем, потому что таких машин у нас еще с вами не было. Посмотрите, какие найсовые колеса. Какая лялечка. Так, надо все это залутать. Я думаю, что на этой машине я бы мог тпшнуться, в принципе, куда мне надо. Так, а что мне бинокль скажет? Ага, ты смотри, как интересно. Жалко, что таким образом Макс пока не может ничего пометить. Ну, не страшно. Давайте посмотрим. Неужели реально он один с такой крутой тачкой здесь сидел? Даже трудно в это поверить. Возможно, тут был какой-то патруль, они просто поехали там что-то лутать, кого-то охранять, патрулировать, так сказать, местность. Что у нас здесь? Так, оттуда я могу, собственно, переместиться. Ага, давай возьмем вот так. И ты мне... Нет, не прыгай, пожалуйста. Опа! Как тебе такой расклад? Вау! Лишь бы тачка не взорвалась. Ни голод, ни жажда не смогут нас с тобой остановить. И я полностью с этим согласен. Неужели здесь реально... Что это было? Что там? Что-то упало, по-моему. Мост обрушился. Мать его, печально. Как мы тут пройдем с тобой? Слушай, а если я... Я ж, наверное, туда не перепрыгну. Так, 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 так. А я, может, перепрыгну? Перепрыгай, Макс! Ну, твою же мать! Ну, что ж ты будешь делать? Давай уже, иди. Слушай, все время какие-то проблемы. Это напоминает чем-то Far Cry, где надо было искать вышки. И на каждой вышке еще не так просто было забраться. То есть какие-то с этим проблемы определенно присутствовали. Слушай, как нам это дело обрушить? Как мы там пройдем-то? Макс у нас нормально перепрыгивать не может, вот в чем проблема. Слушай, а может я просто ударю? Вот, допустим, сюда. Ну, к сожалению, оно у нас не падает. Может, с разбега давай попробуем. Тихо, ну куда? Ну куда ж ты падаешь-то все время? Что ж за мания такая глупая? Я с самого начала говорил, что эта тема раздражает, что нельзя нормально... Перепрыгнуть! Серьезно, Макс, я еще раз попробую, хоть это и полный идиотизм. Я так скорее себя угроблю. Нет там никаких переключателей, ничего мне не помогает в этом случае. Или все-таки что-то есть? Так, печка, у них даже туалет человеческий. О, хоть еды немножко. Съешьте не менее 6 банок еды. Да, еда для песика. Динки-ди называется у нас. Чудненько это дело, мы поели. Я попробую еще раз, силы я восстановил. Что-то мне подсказывает. Может, это гарпуном надо, хотя там загарпунить, в принципе, даже нечего. Давай попробуем. Кстати, да. Да, там овалился вон кусок, и хер его знает, как мы это восстановим. Нет, гарпунить тут тоже нечего. Может быть, если успел пробежать, молодец, не успел. Все, зафейлился. Давай же, Макс! Твою мать, прыгай, прыгай, Макс!
Да, с физикой в этой игре реально проблема. Ну что ж поделать. Давай попробуем еще раз. Зато у нас есть плюс в том, что мы нашли тачку с вами. Тачка реально крутая. Может, здесь что-то есть? То, что я заберусь, это мне мало поможет. Так, что я не вижу? Чего тут у нас такого нет? Здесь пройти. Это можно зарушить, в принципе, да? Только спрашивается, зачем нам это делать? Макс, если ты будешь бросать, то бросай как-то с умом. Так, ребятуши, что-то я не догоняю, как мы тут перепрыгнем. Давай попробуем еще раз. Понятно, короче. Ладно, давай заберем тачку, чтобы не убиться уж точно и не тратить особо много времени. Машина прикольная, жалко, видимо, что нельзя прокачать ее. Так, давай. Сыграй тачка, а? Охренеть же можно. Так, воинами мы не замечены, поэтому давай попробуем сразу ТПшнуться. А ТПшнуться я могу... Могу. Так, быстрое перемещение. Красноглазка. Переместиться, давай попробуем. По идее, машина у меня должна остаться. Макс здоров, в бою некогда есть и пить. Да, убедитесь, что он будет здоровым. Серьезно? То есть я не вернулся на своей машине? Или вернулся, давайте посмотрим. Так, что у нас в гараже? Гараж новая. Так, коллекция, давай смотреть. Коллекция машин. И по идее здесь должна быть новая тачка. Да ладно, ты издеваешься, что ли? То есть такая фишка у нас не работает. Мне придется обратно вернуться. Давай попробуем. Так, это мы с тобой были вот здесь, если я не ошибаюсь. Там должна быть машина, либо не должна уже быть. Сейчас посмотрим. По крайней мере, это для нас будет такой урок, что все-таки в любом случае надо именно ехать в гараж, потому что, как видите, эта фишка не срабатывает. Так, я надеюсь, что тачка еще там, потому что... Вау! У нас проблемы на хвосте. Погнали быстренько, погнали. Если что, я попробую тогда на паузе ее быстро перегнать, если она еще осталась. И поедем целенаправленно уже в сторону нашей миссии. Так, подожди, мы же поставили правильно? Да, все верно. Мы проезжали с вами эти деревья. Так, давай. О, пардонище! Воу-воу-воу, тихо, Макс. Мы кого-то там случайно сбили. Машина есть еще? Давайте да, стоит еще, смотри, красота какая. Чудесно. И вражина тут же подъезжает к нам. Печаль, мать его, беда. Воу, какой-то хер приехал. Иди сюда. Иди сюда, уберина. Он еще одну тачку нам привез. Серьезно? Ну давай, удари меня. Ну же, давай, ублюдок, давай. Воу, нихера себе. Да, сука такая. Я и твою тачку забрал бы. Жалко, что жестянщик не может бросить нашу красопету. Мы бы сразу две тачки добили. Готово. Фух, неплохо. Ну что скажете, это вроде как-то ни о чем, а вот это у нас уже получше. Поэтому я ее забираю, в принципе, попробую доставить в гараж и потом вам покажу, что из этого вышло. Ну что, ребятуши, мы приехали, давайте загоним ее. Тихо. Что-то она очень у нас изворотливая, сучка. Так, поехали. Теперь у нас есть машинка. Чудесно, новый транспорт доступен в коллекции. Так, теперь ее можно, в принципе, выбирать и кататься. Выбрать другой транспорт. Нет, не хочу. У меня есть разные приблуды, я поеду на нашей. Все, направляемся в Гастаун, целенаправленно уже. Так, где-то у нас здесь. Ой, как мы тут проедем, я даже не знаю. Посмотрим. Погнали. Главное, я думаю, что успеть до темноты. Ночью как-то не камильфо кататься. Давай. Ого, спокойно, Макс, спокойно. Вау! Держись. О, блядь! Подвеска просто в жопу, наверное, убитая. О, ребятушки, обнаружен маршрут конвоя. Так, вы тут конвойчик как-то, я смотрю, неплохо дела делаете. Твою мать, а я не хочу с тобой сейчас дела вести, ублюдок. Давай его, бабы, это самое, выпустить гарпун. Опа! Вряд ли ему это как-то поможет, хотя, с другой стороны. Вау, нихера себе, как они жахнули меня. Ну, нихрена, я тебе скажу. Так, надо подождать, чтобы кто-то из них вышел из машины. Тихо. Я думаю, что так стрелять опасно. Надо, чтобы поближе подъехал. Либо они просто начинают уезжать. Тихо, сука. Смотри, бьют машину, бьют, но ей как-то уже до сраки, если честно. Нихера себе.
Какой мы жопе, а? И самое обидное, что я пока ничего не могу сделать. Воу-воу-воу! Нифига себе, чувак, какой крутой. Так, ребзя, поехали. Надо сваливать. Садись быстрее! Да, Макс молодец. Успел сесть. Сука, что творят, а? Вы что, ироды? Все, валим, ребята, валим отсюда. Так, вот говноед, а? Давай за колесо. Опа! Колесико немножко выдернули, бывает. У-у-у! Да, спокойно, спокойно, сука. В воздухе. Давай, давай, давай. Отлично. Так, одного водилу мы уже выкинули. Готово. Как он рикошетнул, а? Так, спокойно, дружбан. Где ты там? Не-не-не-не, дружище мой. Стрелять по нему тоже пока опасно, потому что надо четко попасть. Давай попробуем. Надо именно сзади находиться. Тогда можно что-то предпринять. Давай, давай же. Стреляй же, сука. Господи, покиньте транспорт. Да, не повезло нам. Вали, Макс, оттуда. Сейчас он сам вышел, чтобы охлобучить. Это тебе, сука, мазанную машину. Вот так вот надо расправляться с ублюдками. Есть еще одна прикольная тачка. Смотри, какая забавная. Блин, одна машина краше другой, серьезно. Незамечен воинами члена. Да, машинка зверюга. Но у нее нет никаких там ни прибамбасов, абсолютно ничего. Зато колеса забавные. Знаешь, такую даже жалко разбирать, серьезно. Выглядит она устрашающе, тут ничего не скажешь. Но мне моя больше нравится, я к ней как-то привык. Цвет, правда, не очень, но из доступных красок была только стандартная ржавчина и вот эта. Так, погнали. Фу, здесь как-то опасно находиться. Я понял, что там снайпер, я улетаю уже отсюда, все, валим. Валим. Не будем никого агрить, поехали просто. Заодно, а мы с вами таким образом изучаем новые локации. Он пытается, да-да-да, долго будешь стрелять. Изучаем новые локации, смотрим, где можно тут что сделать. Надо будет как-то посвятить пару миссий подобным таким вот скитанием по местности. Так, вау, что это было у нас? Так, спокойно. Мы все ближе и ближе подъезжаем с вами к этому заводу. Блин, здесь реально страшно. Чем-то напоминает Seven Days to Die. Там была примерно такая же карта. Тоже такая же жопа. Но здесь, заметьте, что-то никого нет. Никто не катается, никто не пытается нас убить. Нету даже простых скитальцев, что самое интересное. Так, братан. Сейчас попробуем его быстро зацепить. Давай, хоп. У-у-у, поехали. Ну, как-то так это делается. Все, мы отстрелялись. Ва, красиво. Что не скажешь, но есть все-таки красивые тут места. Так, погнали. По-быренькому. Ого, неплохо, неплохо, неплохо. Но мы просто едем прямо. Территория фритюра. Я думаю, что с фритюрчиком как-то шутить не особо хочется. Водичка у нас, что-то похожее на воду. Ух ты. Давно я такого туннеля здесь не видел. Но у нас есть хвост, поэтому нас просто так тут не отстанут. Не оставят, чтобы мы тут гуляли с вами. Да, три машины, друзья мои, у нас позади. Это реально жопа, поэтому я попытаюсь как-то оторваться. Они все-таки дышат мне в спину. Так, спокойно, спокойно, мать твою, спокойно. Уже темнеет, уже херово все. Давай, родной. Ох, ты ж ёб твою налево. Серьезная локация, я даже не уверен, с одной стороны, готовы ли мы сейчас направляться в Гастаун. Но что делать, у нас есть миссия. И эту миссию надо выполнить. Так, спокойно, ребята, спокойненько. Бомбят нас не, просто не по-детски. Ну что, добро пожаловать. Мы с вами практически уже внутри. Машина что-то как-то еле едет, серьезно. О, у тебя закись. Нет, это не закись, нихера. Так, спокойно, спокойно, мать твою. Фух, приехать-то мы приехали. Вроде как пока нормально. Вот такой вот у нас Гастаун внутри. Всегда было интересно сюда попасть, посмотреть, как же тут живут. Владение члема.
Да, такие владения было бы непросто отбить, конечно. Блин, ни хрена себе. Давай немножко попьем. Ой, что-то жажда совсем замучила. Так, отлично. Ни хрена себе. Кто-то храпит у нас. Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving wastes. I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it. Make champion. Then maybe I can start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your temperament. Hmm? Yeah. In return for a favor. A very dangerous, possibly suicidal favor. Huh? You see these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones, you follow me, Wastelander? You want new bulbs? I want new lighties! Yeah, I want a lot of them! I asked them all! The gangbangers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me. You know why? Because they don't have the stones for Buzzard Country. Tell me exactly where they are. Это уже серьезный разговор. Так, наша цель, видимо, стервятники. And you'll get to the Underdoom. Чувствую, что это будет не очень просто, но мы попробуем справиться. Bon voyage! Bon voyage. Ну-ну. Я не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. Стервятники явно серьезные ребята. Танец со смертью. Новая биография Крикун. Поработал на побегушках. Ну, давай посмотрим. Так, внутрь туда, я думаю, нет смысла идти. Проехать под дюну. Давайте посмотрим, где это вообще находится. Так. Надо, видимо, поближе. Что-то я пока не вижу у нас зеленые метки на карте. Что это у нас такое? А, это мы тут были уже. Так, друзья мои, видимо, надо выбираться. Тут нам ничего не покажут. Так, тачка наша вот здесь. Чудненько, поехали. Попробуем поискать, почему бы и нет. Так, а вот теперь уже где-то на карте показано. Но я что-то пока вообще не вижу. Хоть, мать его, убей. Так, обозначение. Установить метку, быстрое перемещение. Слушай, а где же метка, твою же налево? А, во, твою мать. Нам ехать и ехать. Ладненько, погнали. Здесь пока что ловить нечего. Место реально очень опасное. Тут как-то совсем недружелюбно. Так, погнали. О, твою мать! Опа! Немножко его отогнали. Да, у ребят серьезная расцветка. С такими я бы, наверное, не связывался. Оу, еще бомбят нас. Да, то, что было у нас в пасти. Люди какие-то стоят наверху. Что ж ты будешь делать? Макс явно не готов к таким приключениям. Пошел нахрен! На тебе, сука! Немножко боднули, но правда, для него это, как знаете, как воду поссать. На, еще немного. Вау, 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 вау. Вау, это было больно. Это было, мать твою, больно. Так, ладно, давай валить отсюда. Как можно скорее. Валим, валим, Макс, валим отсюда. Оу, прямо, знаете, такое впечатление, что побывал в цитадели зла. Так, они там контролируют? Нет, не контролируют. Я думал, что они будут только там находиться. Но я немножко ошибся. Твою мать, непрочные ворота, хуёвая пати у нас тут намечается. Так, вылазим. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау.
Твою мать, а? Так, тихо. Давай попробуем это разбомбить. Там еще хуй какой-то целится. Ох, как жестко. Так, подожди. Опа! Немножко бадабума. Отлично. И я думаю, самое время валить отсюда. Херососа этого сверху стреляющего я трогать пока не буду. Попробуем так поехать. Я так понимаю, что у нашей машины фары — это, видимо, роскошь. Ничего работать не хочет. Фух, проехали. И отправляемся, видимо, в новую часть, смотрите, карты. Интересно посмотреть вообще, как тут что устроено. Вот так называемая дюна. Здесь мы с вами еще не катались. У нас вообще вся серия посвящена чему-то новому. Класс. Люди думают, что здесь хранятся сокровища. В принципе, почему бы и нет, да? Место просто идеальное. Едешь себе, не знаешь куда. Никаких проблем, никаких построек, ничего. Хотя вот что-то есть, кстати. Я бы, наверное, это дело залутал. Потому что у меня небольшие проблемы с водой. Так, привал. Сделаем привальчик. Посмотрим, как тут дела вообще. Так, водосборник, наверное, где-то здесь. Бедолагу уже завалили. Патронов у нас тоже нет, жизни не особо много. Так, давай попьем. Прежде чем отправляться в бой, надо все-таки как-то утолить жажду. Твою мать, а. Боюсь спросить, чем тут занимались. Ты хочешь, чтобы я попил из унитаза? Хотя, опять же, в том же Seven Days туда из унитаза мы пили. Вода там более-менее нормальная. Готово. Фух. Тут наверняка можно еще чем-то поживиться. Слушай, я могу спуститься. Я, наверное, это и сделаю. Посмотрю, что там у нас внутри. Так, Макс, аккуратно. Господи, крысы. Так. Воу! Тихо, не сломай себе ноги. Здорово. Вау! Тихо. Спокойно, дружбан, спокойно. Опачки. О, как можно развалять. Смотри, всех ублюдков. Опа, Макс, давай. И ломай ему шею. Шея точно сломана после такого. Добивание. Мы пришли в чей-то лагерь, друзья мои. Тут нас явно не ждали. А незваные гости, как вы знаете, самые такие неблагоприятные в этой игре. Вот, покушай. Фух, господи. Всегда, когда идешь к какой-то миссии, встречаешь такие вот ответвления. Я думаю, что здесь можно что-то интересное полутать. Так, вот потрошки, пожалуйста. Ребята серьезные, то есть не так просто их было убить. Мне кажется, что это какое-то полчище людоедов, потому что мы видели там трупы, разделанные ноги, руки, смотрите, части тел. Блять, это ж просто жесть, друзья мои. Самый настоящий хоррор. Так, заточку давай возьмем, боезапас уже полон. Ага, здесь можно перепрыгнуть, либо я умираю. Серьезное дерьмо у нас тут творится. Давай посмотрим, что у нас тут. А там у нас жопа. Можно попробовать, конечно, перепрыгнуть. Оп, вот таким вот образом. Так, ящик с ломом, серьезно. Ни хрена себе, сколько мы залутали здесь. Так, а ну давай пройдем, посмотрим. Слушай, интересное место, реально. Не зря мы наткнулись. Открывай, Макс, и тут тоже немножко у нас лома. 469 суммарно. Так. Салли, а помнишь то безумное приключение, когда мы пили дождевую воду и ели змеи? Кто бы поверил, что мы платили деньги за то, что сейчас стало способом выжить? Быстро все изменилось, Марк. Выживание — это просто игра. Теперь вопрос стоит следующим, смогу ли я нормально перепрыгнуть, без коноебства. Фух, слава богу. Так, теперь возвращаемся, потому что тут реально ловить нечего. Фух, неплохо полутались. Такс. Знаете, что мы сделаем? Я думаю, что сейчас мы выйдем с вами наружу, и я бы, наверное, прокачал Максу дробовик. А почему бы и нет? Хорошая тема. Надо внимание уделять нашим персонажам. Так, здесь мы уже попили. Что там было у нас? Наполнить флягу. Нет, источник воды пуст. Кто там пописал, мы уже все собрали, все, что там было. Так, здесь тоже ничего. Когда-то это была забегаловка. Когда-то все было хорошо. Давай посмотрим, что у нас здесь. Так, а
А там у нас, походу, тупо завал, там нет смысла париться. Ну что, немножко воды мы с вами раздобыли, очень много разного лута, давай попробуем прокачать все-таки Макса. Так, урона здесь у нас нет, шмоток пока что новых. Легкая курточка, давай купим. О, такая вот классная куртка у нас. Так, давай попробуем тогда купить вот так вот еще. Вкачаем все-таки в себя немножко денег. Внешность я менять, давай попробуем, почему бы и нет. Вот такой вот бородатый Макс, хотя он мне не очень такой нравится. Господи, какая жесть. Так, боеприпасы у нас еще не открыты. Что у нас в ударах? Это у нас уже есть. Ну, в принципе, все. А, можно еще навыки попробовать. Удар плечом, выстрел в живот 150. Контрудар с переломом конечности. Давай попробуем. Пускай будет. Все. Ну что вам, как вам новый Макс? В принципе, очень даже брутально. Поехали дальше. Ун, дрынь-дрынь, блять. Вот. О, бензин у нас вроде как есть, я думаю, париться в этом плане даже не стоит. Но машина не очень хорошо себя ведет по песку, я хочу заметить. Поэтому для такой дороги надо, видимо, шины какие-то более интересные. Черный маяк для роковых тоннелей. Сейчас посмотрим, что там за роковые туннели у нас. Так, тут делать нам нечего. Хотя там можно было что-то залутать, ладно, проедем так уже. Я тебя прошу. Давай без лишнего канаёбства. Заметили, что здесь практически у нас нет никого. Ни машин, ни людей. Очень-очень редко кого-то можно встретить. Забрели, мать твою, в самую жопу мира. Так. Спокойно, спокойно, Олежа. Спокойно. Просто полетели. Благо, что нитро не надо еще искать. Оно у нас автоматом восполняется. Так, друзья мои, мы с вами приехали. Вопрос только в том, выйдем ли мы отсюда живыми. Вот что меня волнует. Готово. Так, подожди, чем мы паримся? Сейчас мы тараном все это дело аккуратно откроем. Нет, фары все-таки у нас есть и очень даже неплохие. Так, давай сюда. Фу, твою мать, куда мы? Аэропорт мы приехали. Охренеть. Так, я пытаюсь аккуратно съехать. Не знаю, надо ли это делать. Готово. Найти лампочки. Серьезно, блядь? То есть я приехал хуй знает куда искать какие-то ссаные лампочки. Ох, не нравится мне это. Ладно, давай включим. И начинается, друзья, у нас Silent Hill. Хоть я и брал патроны, но я что-то не вижу особо прибавки. А, они уже заряжены, все нормально. Так, где-то здесь должны быть лампочки. Но я думаю, что без боя нам их явно не отдадут. Мы прокачали Макса, нехило так. Честно, я, наверное, поменяю, потому что с бородой, ну, тоже брутально, серьезно так. Ну, прошлый Макс, хотя пишите в комментах, как вам больше нравится. Макс такой супер... Возвращайтесь к шедевру, зачем? Понятно, бегу. Что там, на нас напали, что ли? Потому что реально очень тихо, и кажется, что тут какая-то как засада. Так, в чем проблема? В чем проблема, твою мать? Я что-то юмора не понял немножко. Зачем возвращаться? Побежали обратно. А, подожди, может тут надо это самое, ехать? А я иду пешком, точно. Точно, друзья мои. Видимо, в этом проблема. Надо было проехать, наверное, я решил, что можно и пешочком прогуляться. Поехали. Видимо, так игра как раз и рассчитывает, что там, видимо, какая-то то ли ловушка должна быть, потому что очень тихо, учитывая, что здесь стервятники обитают. Как-то не камильфо, наверное. Так, аккуратно. Воу-воу-воу-воу, полегче, мать твою. Ловушки, хуёвая пати у нас тут намечается. Оп-оп-оп. Тихо. О, сейчас найдем эти сраные лампочки, подожди, пожалуйста. Некоторые из этих ловушек начинают... Чух-чух-чух. Срываются. Так. Что за звуки, мать твою? Вроде как прошел сейф, поэтому потихонечку продолжаем движение далее. Попробуем здесь проехать. Машинка у нас очень даже податливая, то есть в этом плане, я думаю, все будет нормально. Господи, какой эпический аэропорт. Так, уезжаем, уезжаем. Слабо.
бомбанет, и мы спокойно с вами проедем далее. Серия очень криповая получается. Если понравилось, друзья, не забывайте ставить палец вверх. Макс у нас выходит ежедневно, для тех, кто вдруг не знает. Так. Аккуратно. Прячутся и наблюдают. Конечно, прячутся. Они думают, что мы где-то там зафейлимся, и можно было бы... Ох, твою мать. Ах ты, сука такая. Дальше не пройдем, если мост не опустим. Сейчас попробуем. Быстрее! Он говорит, быстрее! Да, он эмоциональный. Жалко, конечно, что нет перевода русского. Можно было бы очень неплохо. Блять. Что, блять, происходит? Почему они не нападают? Они выжидают. Они хотят, чтобы ты глубже попал в их владение, чтобы потом было уже не выбраться. И тогда тебя... Тогда тебя могут уже нормально напугать. И, собственно, убить. Так. Патроны. Благо, я заберу это дело, пожалуй. Слушай, ну это реально хоррор, смотри. Чисто какой-то Silent Hill мотив. Они изучают меня. А может, они... Какие-то специфические, не знаю. Сначала будут изучать, смотреть. Потом только нападать. Так, оружие вроде как у нас есть. Все нормально, давайте попробуем. Опусти! Ну, пускай же. Макс, не тупи. Блять, быстро. Быстро, быстро, быстро. Конечно, заметили, уходим отсюда. И, конечно же, мост сейчас, наверное, закроют, да? Сзади нет? Ух, слава богу. Ну что, поехали дальше. Будем изучать. Я так еще, конечно, эпически тут не играл. Это просто бомба. Так, у нас прошел сейф. Господи, посмотри, какой огромный аэропорт. Так, поехали сюда. У нас хотя бы есть точка, куда ехать. То есть тут можно спокойно гонять, друзья мои. То есть такая большая локация внутри. Как бы закрытого типа. Мне кажется, что здесь устраивают что-то типа гоночек. Там лось наверху у нас. Что это за жесть? Ну, подожди, давай вернемся. Интересно же посмотреть, что это за дерьмо такое. Офигеть. Охренеть, а? Я боюсь спросить, а точно ли в этой локации находятся лампочки? Чисто логически. Почему именно здесь? Так. Спокойно. Спокойненько, тихо. Враги шуршат, словно ядовитые жуки. Я пока еду. Пока я не знаю, что там у них внизу творится, но их не видно. Где они там шумят, хер его пойми вообще. Нас никто не трогает, никто не преследует пока что. Я даже нитро боюсь использовать в замкнутых помещениях. Как мы назад будем выбираться, это уже история другая. Надеюсь, что тут есть какой-то еще проход. Или проезд. Тихо, 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 тихо. Тут целый центр. Едем отсюда, да. Сколько нам ехать? Ухо-хо, ни хрена себе, мы начали с вами здесь и уже проезжаем куда-то в центр. Прекрасно. Тихо. Тихо, Макс, тихо. Машинка немножко наёбит иногда, ну что ж пойдем. Ладно, попробуем нитро. А вот и лампочки, друзья мои. Там что-то у нас елка с Новым годом, все дела. Сейчас будем выбираться. Так. Ну что, попробуем? Там вроде можно проехать. Добраться до лампочек. Ну, давай попробуем. А, нет, здесь тупик. Окейушки. Так, едем назад, сейчас будем разбираться. Так. Ага, вот здесь можно пройти. Давай попробуем. Как-то это все стрёмно. Как-то мне это ни хрена не нравится, ребята. Представляю, что это будет же поболь. Так, уже кого-то валили. Нихера себе. Сколько здесь трупов. Пока что это самая криповая, наверное, серия за все время у нас. Игры в Макса Безумного. Мы еще так, знаете, идеально приоделись. Ох, не нравится мне, когда нас враги так испытывают. Они же явно понимают, что у них превосходство. Ну что, выбегайте, повоюем немножко.
Убегайте, ублюдки. Если вокруг темно, включите фонарик. Да я это еще понял, когда мы сюда приехали. Так, немножко лута. Я думаю, что никто не будет против. Так, в туалете у нас ничего интересного. Попробуем пробраться здесь. А вот и вожделенная. Нет, пока еще лампочек тут у нас и не пахнет даже. Так. Попробуем пройти. Господи, это же самый настоящий самолет. И все, что от него осталось. Я представляю, как я буду назад выбираться. Мне уже нехорошо только от одной мысли. Да вот и лампочки. Так, сейчас полутаем немного. Фу, гадость какая. И водичка даже есть, отлично. Фляга есть. По-моему, сзади кто-то прошел. Мне либо показалось, но вроде как сзади какое-то движение было. Так, флягу мы заполнили, чудненько. Вперед за сраными лампочками. Блять. Агрится же где-то, сука. О, а вот и вражина. Смотри, а. Куда ты бежишь? Да я за лампами бегу. Куда же мне еще бежать-то? Слушайте, по-моему, ребятки-людоеды. Тут просто жесть творится. Ох, нарвались мы на самых отпетых отморозков. Почему-то во всех играх людоеды... Блять. Хуя себе. Манекены. Гребаные, мать твою, манекены, а. Да, еще скажи, что расстраиваться не стоит. Может, они хотят как-то сломать нас, что ли, психологически таким образом. Ладно, погнали. Сейчас очень сильно напоминает игрушку I'm Alive. Там были похожие моменты, где мы тоже так скитались, пытались найти воду. Еду, воду. Они знают, куда мы идем. Они знают, потому что многие уже пытались достать эти лампочки. И, как видите, это неудачно. Они играют с нами. Просто игра, мать твою. Так, берем. Макс, зря ты затеял это. Ух ты, зря это все затеял. Можно я просто через окошко выпрыгну? Пожалуйста. Твою мать! Уходим. В окно, Макс. Тут, блядь, происходит засада. Конечно, засада. Ты думал как-то иначе? О, ребята, поехали. Так, погнали. Так, давай, Макс, давай. Опачки. Господи, какие-то черные все. Они жрут его, не? Они едят реально друг друга. Нихера он ударил меня. О, больно, сука. Так, спокойно. На, гадость такая. Ну, враги вроде их много, но вроде как пытаемся справиться. Слушай, их реально не видно, они черные. И мы черные. Так, спокойно, спокойно. За дебильной камерой хер кого увидишь. О, вот приемчик наш. Прекрасно. Так, погнали, давай, пока ярость. Пока ярость работает. Давай, Макс, давай. Сука, сколько ж тут вражины, а? Давай, Макс, давай. Макс, я тебя прошу, лишь бы не зафей. Уходим. Сука. Ой, бля, аж палец уже заболел. Лишь бы... Вау. Еще лезут. Сука, сколько вас там? Такой классный удар был, а? Видите, камера иногда себя так дебильно ведет. Они, в принципе, удары легкие наносят. А поэтому я особо как бы, видимо, зря агрессию так завалили, сука, а. Ух, это еще не все. Воу, нихера. Так, тихо. На. О, зря просрали, походу. Тихо. Тихо. Спокойненько. Не агримся. Тихо. Так. Попробую, я не знаю, получится или нет. Ах, господи, как же тупо я попал, а.
Так. Валим. Давай, Макс, давай, пока он... Фух, господи. Так. Фух, бляха, ты же муха. Пей. Ух, успел вроде что-то попить даже. Фух, Макс, не, я всегда успею уклониться. Так, готово. О, господи, сколько ж тут ублюдков, а? Так, погнали. Погнали. Падай, твою мать! О, быренько, я тебя прошу, быстрее, приходи в себя. Быстрее, быстро, Макс, быстрее. Макс, у нас проблемы. Макс, пожалуйста. Фух, господи. Фух, поехали. Ребят, это полная жопа. Теперь надо попытаться выбраться. Валим. Куда он вылез? Так, что-то мы там вырвали, вроде как дверь. Можно будет попробовать его вынести. О! Охренеть, он попы оставляет. Твою мать, а? Вот это жопа. Ну что, говно, иди сюда. По-моему, он застрял. На, сукин сын. Хорошая у него машина. Я бы даже забрал, наверное, ее. Так, у него что-то есть для нас? Чудненько. Давайте проверим, что он может делать. Как он сбрасывал бомбы эти? Ага, сброс мин у нас на А, понятно. Я могу попробовать на ней пока покататься. Так, возвращайтесь к шедевру. Что такое? Что, мать твою, произошло? Фух, ну что, ребята. Да, был фейл, оказывается, на чужой тачке нельзя было отсюда выезжать. И поэтому у нас миссия закончилась. Благо здесь сейвы более-менее человеческие. Пошли нахер. Так. О, я знал, что той же самой, сука, дорогой придется возвращаться. Это полная жопа. Учитывая, сколько мы там виляли, туда-сюда ездили. Я не знаю, получится или нет, но мы попробуем. Давай, родной, давай! Готово. Так, спокойно. Главное, чтобы он, сука, мины не начал... Так, колесо мы ему немножко поджали. Но у нас со здоровьем полная жопа. Так. Оп! Одного выкинули, отлично. Так, машинка свободна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, твою ж налево. Так, тихо, вылезай, сука. Вылезай, мразь. Так, давай. С этим мы расправились, я думаю. Сейчас попробуем с его дружбанами тоже расправиться. Что ж ты будешь делать? Ну что, вылезаешь? Оп! Твою ж мать, а. Сука, я ж тебя сейчас выброшу. А он сам решил выйти, да? Что это было, блядь? Что это было сейчас? Так, он не собирается, ладно. Поехали. Сколько тачек, да? Сколько металлолома пропадает? Можно было бы все это взять. Все, поехали. Пока он там чистит яйца, я думаю, мы справимся. Мы попробуем спастись, конечно. Так, сейчас будет смешно, если мост поднят. Вот это будет засада. Так. А, Макс, я тебя про... Тихо. Поехали. Подожди, по-моему, мы как-то дольше сюда ехали, нет? Фух, это реально победа. Это, друзья, реальная победа. Так. Вернуться к Рекуну, я думаю, там и закончим. По-моему, самая-самая такая длинная серия получилась. Ну и задания здесь не шибко короткие получаются. Слушай, так мы можем вернуться же быстрым... По-моему, Макс сейчас выпрыгивает. Не, не надо выпрыгивать. Так, Гастаун, быстрое перемещение, давай. У нас как бы все есть, поэтому тратить время на это, я думаю, не стоит. Так. Готово. My ladies! I'll sparkle for miles! But you're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. Well, that could work. Ah,
We'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Yeah. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Ну что, ребятуши, будем разбираться уже с напарником в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось. Танец со смертью мы прошли. Я дал Крикуну то, что он просил, и он записал меня на гастаунские гонки. Но мне по-прежнему нужно найти бойца. Отлично, будем искать уже потом. Все, ребятки, всего хорошего. Пока-пока.